Всем привет, это канал 1С Заметки программиста. И в этом видео мы с вами рассмотрим, как удалить объекты, которые были помечены на удаление. У меня открыта демо-версия конфигурации бухгалтерия предприятия. Зайдем в документы продажи, реализация. И пометим парочку документов на удаление. Далее заходим в администрирование, обслуживание. В некоторых конфигурациях можно называться поддержка и обслуживание. Удаление помеченных объектов. По умолчанию в галочке стоит автоматическое удаление всех помеченных объектов. Но для того, чтобы удалить все помеченные удаления объекты, может потребоваться большое количество времени. Поэтому в нашем случае мы выбираем выборочное удаление объектов, так как нам нужно удалить всего лишь парочку документов. Также по умолчанию стоит галочка «Заблокировать всю работу в программе, ускорить удаление». Это значит, что доступ к программе будет закрыт и установлен монопольный режим. Но если с конфигурацией работает много людей, то эту галочку не стоит устанавливать. Да, возможно, удаление займет какое-то время, но зато не будет блокирован доступ другим пользователям. Нажимаем «Далее». Видим, что сформировалось дерево объектов. Можно посмотреть, что здесь помечено на удаление. Но нас интересуют наши два документа. Поэтому снимаем все галочки и устанавливаем только на нашей реализации. Также вместе с реализацией мы видим, что были помечены на удаление счета фактуры. Давайте посмотрим, что будет, если мы попытаемся удалить только реализации. Видим, что не получилось удалить реализации, так как имеются ссылки на счет фактуры. Для того, чтобы удалить наши реализации, нужно удалить и счет фактуры. Идем в начало. Формируем снова список объектов. И нажимаем, что счет фактуры тоже нужно удалить. Проверим, помечены ли реализации на удаление. Все помечено. Удалить. Все, наши документы успешно удалены. Закрываем обработку. Переходим в документы реализации. И видим, что наши документы исчезли. На этом все. Всем спасибо. Удачи.